Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в... Во что мы продолжаем играть? В XCOM Enemy Unknown. О, да! Бонусная ракетка, это хорошо. Слушай, да ты у нас уже полкан. Ты майор. А, ты уже майор. Крепкое здоровье. Майор, майор, полковник, майор, полковник, майор. Вот это у нас один капиташка. А, ну ты уже не капиташка, ты ж уже, по-моему, повысь. Вот, легкий плазмер. Мы как бы захватываем пленных дохляков всяких. Снижение паники, новый штурмовик, майор. До связи, командир. Так, супер. Значит, меня в казарме боец, где вот штурмовик, надо его прокачать. Вот это я понимаю, прокачан. Так, что, лаборатория может что-то исследовать? 40 фрагменты оружия. Ну, фрагменты оружия, в принципе, нормально. Вот 10 сплавов. Сплавов нету, ребята. Надо сплавы. Надо сплавы. Обнаружение цели пошло. Я нашел зону спутникового покрытия. Обнаружен объект. Так, что тут у нас? Класс корабля «Похититель» в Нигерии. Ну, выслать рейнджер. Так, у нас есть снайпер, два дугомета, медпакет, осколочная граната и комплект нано-брони. А у тебя реально комплект нано-брони, больше ничего? Ну, а в принципе, зачем ей еще что-то? Она может стрелять из этого, из... Медпакет, осколочная граната. Вот тебе эта осколочная граната до фонаря. Лучше я тебе комплект нано-брони выдам, чтобы ты поживучий был. Так, и штурмовик, и тяжелый пехотинец у нас с дугометом. Все, снайпер с целью. Замечательно. Замечательно, великолепно. Так, ну надеюсь, тут будут дроны. Дронов буду захватывать любой ценой. Садимся. Ну, не любой ценой. Конечно, жертвовать своими так, я внимание. Не буду. Вас ждет работа в самом центре Нигерии. Пришли... О, вход на корабль. Вот тут по-любому должны быть дроны. Полюбас должны быть дроны. Так, полюбас. Полюбас. Просто штаб, я чувствую. Я рейнджер. Мы на позиции, ждем дальнейших приказаний. Вас так. Понял, рейнджер. Штурм один, разрешаю высадку. Подходите к объекту осторожно. Подходите к объекту осторожно. Ну, подходим к объекту осторожно. Ну, как осторожно? Не, ну осторожно подходим. Как обычно. Вижу противника. Опа, красненький. Красненьких раньше не было. Смотрите, у этой особи нет оружия. Что он собирается делать? Это интересный вопрос. Это интересный вопрос. Красненького надо захватить. Красненький, красненький, красненький. Красненький, мордастенький. Так, перестраиваем всех вперед. Снайпер стрелять пока не может. Не, ну снайпера надо переводить сюда. По-любому. Тот, видимо, красненький, пойдет в ближний бой жестко. Так, ракетчик. Ракетчик. Максимально близко все подходят. Так, красненького ловить. Зов крови? Что такое зов крови? Нужен медпакет. А вот и... А, это не дроны. Я думал, дроны. Так, не, рано мы высунулись. Не готовы мы были.
Надо, значит, всех на одну линию. Снайпер, а ну-ка, пропиши-ка ему хедшотик. Отлично. Да как мимо? Ну ты вообще попадаешь? А ну-ка, снайпер. Пропиши-ка ему теперь хедшотик в упор. Как мимо? Да вы издеваетесь! Цель не поражена. Какого хрена? Цель не поражена, какого хрена? Не, вообще это я хренью страдаю. Давайте загрузимся лучше. Да? Да, загрузимся. И сейчас все правильно сделаем. Рано я вышел. То есть вот можно занять вот эту позицию. Вот ее и занимаем. Чего я к тому бревну побежал? Не надо нам к тому бревну. Ориентируемся как в армии. Ориентируемся на самых этих. Да, медики далеко бегают. Ну что я толку, что я медика вытянул вперед. Вот, занимаем спокойненько позиции, которые тут. Пусть они выходят. То, блин, лажа какая-то получается. Ну или хотя бы надо выбегать, чтобы у нас был синий. Ну, короче, с первым действием. Так, это у нас снайпер, да? Вот перед. Вот снайпера бы, конечно, бы наверх поставить. Так, снайпера бы, конечно, бы наверх поставить. Но вот вопрос, куда? Ну вот, допустим, вот сюда. Он никого тут не спалит. Отлично. Ну и FIFA. FIFA, FIFA, FIFA. Так, ладно, давай сюда, FIFA. Давай сюда, FIFA. Вон, спалили обычных этих сектоидов. Так, снайпера передвинул. Давайте-ка мы пропустим ход. Ага, оттуда звук. Слышали? Ага, они убежали куда-то туда. Вообще радикально убежали. Кстати, это ж корабль. Мы тут сплавов получим. Мама дорогая. Так, ну ладно, врач, засвечуй. Вижу противника. Засвечуй. Смотрите. И... У этой особи нет оружия. Что он собирается делать? Он собирается бить руками. Блин, а засветил он всех, кроме этого. Так, ладно, эскейп. А ну, кто у нас еще может подойти подсветить? То есть он где-то вот тут вот, зараза, сидит, да? А ну-ка, дай-ка я сюда сяду. Медиком. Опа, подсветился. Так, теперь снайпер. Твоя задача. Блин, четко дерево напротив этого. Так, ну ладно, тогда снимаем тех. Снайпер, тогда твоя задача. 85%, 40 крита, этого достаточно. Да. Есть один. Снимаем второго. Ну, тут то же самое. Давай, снайперок. Я в тебя верю. 6 выжил, ну ничего страшного. Сейчас его добьет врачонок. Врачонок, ты ж добьешь? Красава. Красава. Блин, из РПГ не хочу стрелять. Из РПГ не хочу стрелять. Я лучше сюда подойду. И вот отсюда я могу спокойно ему дать по башке. Мимо. Да что ж такое, а? Вот дерьмо. Так, а вот из какой-нибудь этой точки можно? Нет, нельзя. Ну ладно. Так, а ты? Ты можешь подойти куда? Ладно, давай тоже в эту точку.
Все, пока ход закончим. Он, в принципе, один, он ничего нам не сделает. Там те разбегаются как-то непонятно. Их снайпер отработает. Этих чуваков снайпер отработает. Ну, не один, конечно, снайпер, но там нормально все. Вот что вот этот будет делать? И что он сделал? Майор умирает сразу? Да ладно! Вот этого я не ожидал! Вот этого я не ожидал, слушайте. Вот это расклад! То есть он сразу меня снял, да? Короче, мне надо тогда как-то отсюда, чтобы снайпер мог по нему стрелять. Вот это расклад так расклад. Я немного не ожидал такого расклада. Так. Вижу группу противника. Сектоноиды. Так, давайте тогда вот этих отстреляем для начала. Тем более они вот очень хорошо стали. А эти без красных? А где красный-то? Слушайте, они так хорошо там под ракету стоят. Где у нас тяжелые пехотинцы? Ты, да? Обзор закрыт, блин. А кто еще? А ты сюда можешь? Тоже обзор закрыт. Так, а ты ж снайпер. 88, ну этого должно хватать. 6, так, ладно, добьем потом в процессе. 90, давай тоже. 7. Ну, нормально. Вон он красный подсветился. 70%. Ну, снимай. Да как так-то, а? Еще дергается. 90. Ну, давай 90. Теперь не рыпается. Так, сектоноид минус. Ты давай тогда сюда. 95 нормально. Блин, это не потому. Слушай, ну неужели ты не можешь никуда сюда ракету запустить? Ну твою мать. Пипец. Смотрите, у этой особи нет оружия. Что он собирается делать? Он собирается бить руками, и причем вот он подошел сейчас. На расстояние удара. Что, конечно же, очень фигово. 45 по всем. Нет, тут я, походу, подставился вообще жестко. И под сектоноидов, и под этих. Объект уничтожен. Ну, еще медик может пострелять. Ну, давай посмотрим. Пора рисовать звездочки. Охренеть, не встать, они гранату кидают. Да не, это жестко. Это жестко я подставился. Они обходят по флангам. Вообще жестко. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Как же тут сыграть-то, а? Вот проблема как раз таки. Не, короче, тогда играем просто. Тогда играем просто. Раз мы никого не палим, вот из этой точки, то и давайте не будем никого палить. Правильно? Я считаю, что правильно. Давайте и не будем никого палить. Все. Вот там сектоноиды эти убежали. И пусть они все там бегают.
непонятно где. Так, сохраняем игру. Вот с такой точки. Теперь давайте снайпера. Снайпера. Где у нас снайпер? Попробуем вот с этой стороны посадить. Вот он никого не палит, но вот это дерево ему мешать не будет уже. Так, кто у нас с оглушателями? Раз с оглушителем и два с оглушителем. Ну, чуваков с оглушителями пока не трогаем. Давайте ход закончим. Чтоб снайпер мог стрелять, если что. Оттуда звук. Слышали? Так, все, сектоноиды убежали вообще на корабль. Замечательно. Пусть туда и бегут. Пусть там и тусуют. Так, теперь. Вот теперь у нас очень удачная позиция. Так, штурмовик, ты с оглушением. Вот доктор, да? Засвечивай. Вижу противника. Смотрите, у этой особи нет оружия. Что он собирается делать? Засветили. Так. Надо засветить еще. Вот, ракетчик. Ты ж с этой точки засветишь чувака? Засветь. Нет. Блин, медик. А вот с этой точки ты засветишь чувака? Нет. Ты твою мать. Блин, ну я уже как-то так в наглую выставлюсь. Беглый огонь. Два раза 100%. О, он подсвечен теперь. Замечательно. Так. Снайпер, снайпер, снайпер. О, ты, кстати, с нейтрализовывающей можешь его поймать. Слушай, снайпер. Тебе надо отработать. Отработать, причем хорошо отработать. Так, дайте я сохранюсь, чтоб я... Снайпер, давай критом. 7, ну нормально, 7. Так, он же не убежит сейчас. Ой, да он вообще подбежал хорошо. Вообще подбежал. Так, замечательно. Кто-нибудь теперь? Не, ну снайпера уже нельзя ему давать. Вот ты кто? Медик. 6 урона. Блин, ну ты обычно аж 4 наносишь, да? А ну давай 4. Красава, 4. И теперь мы его ловим. Кто? Куда, 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 куда? Стой, стой, стой. Так, стой, теперь его надо поймать. Теперь его надо поймать. Так. Нет, не снайпер его будет ловить. Не медик. Вот ты. Да, ты его будешь ловить. Переходишь сюда. И оглушаешь. 90%. Давай. Спи крепко. Объект оглушен. Круто. Мутон-берсерк оглушен. Так, теперь снайпер. 85%. 40% крита. Давай. Убивай. 5, блин, слабо. Так, кто? 45%. Ну давай. 7, да что ж такое-то? По единичке оставили. Так. 65%. 65%. Ну давай трешку вот у того. Да как мимо? Зараза! Так, эти говнари выбежали еще. Ну ладно, они в принципе... Ничего страшного. Вижу группу противника. Вижу. Да лучше бы ты их не видела. То, что ты их видишь, это вообще нехорошо, нифига. Блин, там еще чуваки пришли. Так, этот отступить решил. Шикарно. Блин, ну у меня мой боец стоит вообще на этом, на открытой местности. Ну мимо, это повезло. Опять мимо? Да ладно. Фига ты фартовый. Так, а кто у нас из ракетчиков тут рядышком?
Организуй-ка выстрел. Блин, а мне бы видеть. Организуй-ка куда-нибудь вот сюда выстрел из РПГ. Ловите! Да ладно, никого вообще не задело. Что за хрень? Что только что было? Оглушение. Мы можем вот этого поймать. Слушайте, мы ж можем его поймать, реально. Так, а ну-ка, ракетчик. Выстрел из РПГ. Как там не попасть-то можно было? А ну давай. Вот это я понимаю. Блин, правда, я его оглушить хотел. Ну ничего. Ты можешь оглушить тут кого-нибудь. Так, медик, как у тебя тут с вероятностью? 100% меня устраивает. Допрыгался. Супер, так. Еще кто? Как вероятность? 95% меня устраивает. Отлично. Пора рисовать звездочки. Так, снайпер мне пока не нужен. Там еще те говнюки, правда. Блин, давай я тебя уберу, слушай, из этой, из поля зрения. Нам, в принципе, эти-то не нужны. Поэтому давай мы его просто снимем. Отлично. Так, снайпер, давай в перезарядку. Сейчас говнюки выйдут. Так, зелененькие. Они уходят в сторону. Нормально. Снайпер перезаряжен, если что. Снайпер. Ты что, ни в кого не можешь стрельнуть? Да твою мать! Тебе за что деньги плачу, блин? Я б тебя тогда сюда передвинул. О, наконец-то ты можешь стрельнуть. Ну, давай. Нельзя в течение одного хода. Так у тебя же была это. Я уже вроде брал перк беглой стрельбы. Так, 75%. Док. Ну давай, док. Мимо, твою мать, док. Еще дергается. Кто ж так делает? Снайпер, ты вообще не мозоль мне глаза. 45%, 45%. Слабо. процентов обеглым, 64. А ну давай с двух ударов его. Два раза мимо. А, нет, второй раз не мимо. Так, нормально. 91%, ну ты снимешь, да? Док, ты ж снимешь. Красава. Как комара. Как комара, да, точно. Как комара. Так, 45%. Что ж такие низкие проценты-то? А ну-ка, выйди-ка ты вот сюда, на вот эту позицию. О, 58. Это уже лучше. А у того 45. 58, давай. Мимо, да твою мать. А, дерьмо. Так, вот тебя надо пересадить. Слушай, а ты же можешь ракетой шандарахнуть, да? Ну давай мы тебя пересадим вот сюда. Чтобы если он надумает кинуть гранату, чтобы граната не такой дымак нанесла. Устрашение. Да пофиг на его устрашение. А кто-нибудь еще может ходить? Только снайпер, блин, могли бы добить. Снайпер, вот ты подставил просто всю. Тебе просто, я не знаю, я бы тебя уволил за такую хрень. Кидает гранату, сучка. По 5, и теперь все наши открыты. Надеюсь, никого не убьют. Мимо, отлично. Еще группа, да ёпти-бопти. Слышите, вы там не прихренели, а? Ребята, кто так делает? Так, ну мы, кстати, можем вот этого поймать. Так, ну давайте начинать со снайпера. Снайпер, 85%. Ты должен этого снять. Красава. Так, еще 85%. А. 40%. Ну давай, снимай тоже. Нормально, я в тебя верю. Отлично.
Отлично. Так, да, дайте я, пожалуй, сохранюсь. Так, ладненько, я, пожалуй, тогда на этом этот выпуск и закончу как раз. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.